55-летний мужчина погиб в результате нападения на него быка в селе Михайловска Арского района. По предварительным данным, погибший пришел к соседям помочь вывести на пастбище стадо коров. Но перед этим решил запереть в стойле быка, но не смог. Животное повалило его на землю и стало топтать ногами. Затем подняло на рога и выбросило на забор. Мужчина успел пролезть в разбитую ограду. Тогда на помощь прибежала хозяйка стада. Она же и вызвала скорую. Но было уже поздно. От полученных травм ее сосед скончался до приезда медиков. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.